Сегодня мы решили посетить мероприятие под названием «Необыкновенный кросс». Побегут вместе со своими домашними питомцами, то есть собачками, хозяева. Кто первый прибежит, тот и выиграл. У-ху! Ну а мы идем смотреть собачек, и может быть тут будет представитель приюта, может быть кого-нибудь возьмем себе домой на попечение. Ну, не сейчас возьмем. Ну не сейчас, да, поговорим. У них нету. Нет, они привезут парочку. А, ну хорошо. Может быть кого-нибудь из них и возьмем. Так что посмотрим. Вот у нас уже в Питере осень. И очень хорошая сегодня погода, так что наслаждаемся. Главные машут флажком, и они бегут. Как это выглядит, я сейчас вам покажу. Thank you.
теперь мы стоим в очереди за гречневой кашей с мясом и за чаем. Тут дают такую кашку бесплатно. Маме нравится. Кстати, очередь выстроилась. Все уже знают эту ежегодную традицию. Тебе понравилось в прошлый раз? Ладно, сейчас попробуем, как в этом году. Ну вот, взяли мы свою гречку. Сегодня, походу, с мясом. Без мяса. Нет, с мясом. Видела? Мясо есть? Ну, пахло мясо. С хлебом и с чаем. Так что покушаем, посмотрим, вкусно или нет, расскажу. Такая вот гречечка. Кстати, очень вкусно. Ай, горячо, горячо. Горячая. Ура! Необыкновенный круг, где кормят бесплатной гречкой с мясом. Я что-то мясо не ем. Есть мясо? Вот у мамы мясо есть. А мне мясо не досталось. Где мы, скорее всего, возьмем себе новую собачку. Сейчас мы с ним поговорим.